Здравствуйте! В эфире передача телерадиокомпании «Волна Плюс» на «Волне удачи». Сегодня в студии ее ведущая Екатерина Остапев. Победитель детской странички в нашем еженедельнике «Волна» Ваня Королюк. Мы поздравляем его, благодарим за участие и дарим сладкий подарок от партнера детской странички компании «Альфа-Окна». А если вы хотите выиграть сладкий приз, отгадывайте загадку на детской страничке еженедельника «Волна» и звоните к нам в редакцию. Сладкий приз в подарок от детской странички еженедельника «Волна». Мы ждем детские ответы на очень сложные вопросы каждую пятницу с 16 до 17 по телефону 35024. Желаем удачи и приятного семейного чаепития! А мы переходим к розыгрышу. Сегодня разыграем сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей», сладкий приз от городского проката инструментов и велосипедов и сертификат на поздравления на кабельном телевидении «Волна». Первым определим победителя розыгрыша кроссворда. Сегодня в нем участвуют 19 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от городского проката инструментов и велосипедов. Итак, первым победителем на сегодня становится Ленар Иманаев. Поздравляем! Переходим к конкурсу сканвордов. Сегодня в нем участвует 21 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей». И очередным победителем на сегодня становится Александр Шаров. Поздравляем! В конкурсе эрудитов правильно ответили 5 человек. Между ними разыграем сертификат на поздравления. И последним победителем сегодня становится Сергей Головин. Поздравляем! Всех победителей ждем в течение недели в рекламном отделе по адресу улица Набережная, 45, здание объединения «Волна». На этом наша передача подошла к концу. До свидания. Увидимся ровно через неделю.